Итак, всем приветик. И мы сегодня приехали в Ужгород. И сегодня нас ждет очень великолепная экскурсия по карпатским замкам. Сегодня мы поедем в бассейн с термальной водой. Я первый раз в этом городе. Итак, мы сейчас будем приближаться к центру Ужгорода. Это одна из улиц, главных улиц этого города. Сегодня очень хорошая погода. 32 градуса на градуснике. Класс. Лягушки. Декор. Все для декора. Красивый магазин. Так, кафешка. Уже фотографируется. Залез туда. Вот так интересно приехать в город, который ты не знаешь, незнакомый тебе город, и ходить отдыхать. Я думал, что в воскресенье магазинчики не будут работать, но вот некоторые бутики работают сегодня, и девчонки там что-то примеряют. Так, а это кафе, ресторан. Называется Фан-Фан. И вот из такой мозаики. Да, вот такая вот мозаика из стекла. Сделали такого солдатика. Там в середине, в дворике, это кафе находится. И с этой стороны тоже так. Так, здесь много всяких кафешек интересных. Еще одно кафе в дворике. Мастерская карамели. Вау. Это как в том старом городе. И вот здесь разные конфетки. Так, мир кофе. Вот так в двориках. Разные кафешки. Люди отдыхают. Еще одна кафешка называется «Кактус». Так, наша группка, я отстал. Мороженка.
Можно услышать, как лягушки. Как лягушки классно квакают. Вау. И вот такая длинная-длинная улочка. Улочка, и здесь пахнет липой. Здесь липа растет. Да, вот она уже начинает цвести. Улочка с липой. А внизу река. Посмотрите, как красиво. Вау. Да, здесь точно можно классно отдохнуть. Вот почему я не живу в таком каком-то красивом историческом городе. Уточки плавают. Красивый мост. Я думаю, что мы сейчас на этот мост поднимемся. Классно. Так, а это кто? Кто это такой сидит? Ты кто? Интересный такой, не знаю кто. Так, а я догоняю нашу группу. Они уже поднимаются на мостик. Кофейня. Да, вот эта кофейня классный выбрала себе местечко. Около реки. Такое дерево с таким плющом. Огромное дерево. Ужгород. Что здесь пишет? Ясен. Маслинка. Не пойму. Это, по всей видимости, паб-клуб. Я думаю, это какой-то отель. Так, выключили музыку. Кто это у нас такой? Опять какой-то художник. Так, это художник, по всей видимости. Колодко. Не пойму, что там пишет. Он рисует картину. Вот так вот. Сейчас детки будут выступать. Только я не смогу включить, потому что YouTube не пропускает музыку. Так, и мы были на той стороне. И я прошел весь мост, и сейчас я возвращаюсь обратно. И вот здесь на мостике влюбленные пары. Вот так вот замки закрывают, чтобы любовь их была навечно. И мы идем дальше. Оставайтесь со мной, потому что самое интересное вас ждет в этом видео. Здесь тенек под каштанами. И вот так около каждого дерева сделана лавочка. Ой, да чего же река красивая. Я хочу жить в большом красивом городе. Чтобы так вот можно было пойти куда-нибудь отдохнуть. Вот тут мостик, на котором я только что был. Птицы поют. Красивый город. Очень красивый и очень богатый город. Лягушки квакают.
Так, вот эта филармония видно с другой стороны. Я обошелся с этой стороны. Так, мне вот это, вот эту через эту музыку, что играет, я не смогу записать и выложить видео, к сожалению, на YouTube. Так, мы с вами продолжаем прогулку по Ужгороду. Сейчас, я так понимаю, мы поднимаемся к церкви, где идет служение. Вот такая дорога, вся в камнях. Уже иду, может, минут 10 поднимаюсь от церкви. И вот такая вот дорожка. А здесь крепость. Огромная, большая. Так, здесь уже начинают продавать сувенирчики всякие. Так, и мы заходим с вами в этот большой замок.